только мы все здесь сидим. Нет, у них на коленках. Просто порой осознать, что означает сегодня для многих дата солидная — 75. В ногу с эпохой в стремительном марше шел к ней большой коллектив трудовой. Все мы гордимся, что в городе нашем есть АРЗ номер 308. Здесь мы сумели в работе сплотиться, крылья для многих высот обрести. Молча глядите в знакомые лица и оцените масштабность пути. В марше знакомом все выше и выше ритмы сердец окрыленных слышны. Мы биографию славную пишем края родного завода страны. Поздравить коллектив завода с юбилейной датой. Я с удовольствием приглашаю на сцену заместителя председателя правительства Ивановской области Светлану Валентину Давлетову. Добрый день. Добрый день, уважаемый Владимир Станиславович, уважаемые работники предприятия, гости. Мне сегодня очень приятно присутствовать на столь значимой юбилейной дате для вашего предприятия, 75 лет. Это серьезный рубеж. И позвольте мне от лица правительства Ивановской области и от себя лично поздравить вас с этим юбилеем. Не в простые годы для страны, а именно в 1940 году было создано ваше предприятие. И сегодня, 75 лет, к сожалению, мы тоже в не самых благоприятных условиях для страны встречаем эту дату. Но я уверена, что мы выстояли в тот период, выстоим и сегодня. И ничто не сможет омрачить сегодняшнего нашего хорошего праздничного настроения. Машиностроение для Ивановской области является одной из основных отраслей. И я с уверенностью могу сказать, что по праву высокопрофессиональная рабочая и инженерно-техническая элита работает именно в этой отрасли. Сегодня ваше предприятие является одним из крупнейших предприятий машиностроения и по праву является лидером по ремонту и техническому обслуживанию как государственной, так и гражданской авиации.
много сделано, много пережито, много пройдено. И в эту дату мне хотелось бы вас поздравить еще раз, пожелать вам счастья, здоровья, дальнейших успехов. Ну и разрешите мне воспользоваться ситуацией, пригласить вашего руководителя. И позвольте мне вручить коллективу ОАО 308 авиационный завод, ремонтный завод, благодарственное письмо губернатора Ивановской области. От имени правительства Ивановской области выражаю вам благодарность за достигнутые успехи в работе и в связи с 75-летним юбилеем со дня образования предприятия. Профессионализм коллектива и грамотная политика руководства предприятия направлены на постоянное совершенствование технологических процессов ремонта авиационной техники, повышение уровня качества ремонта позволили предприятию занять лидирующие позиции не только в Ивановской области, но и на российском рынке. Желаю вам дальнейших успехов в работе, удачи и благополучия. Губернатор Ивановской области Павел Алексеевич Коньков. С праздником! Спасибо. Спасибо большое за поздравления. Разрешите от всего коллектива трудового 308-го завода на память о том, что есть такой завод в городе Иваново, передать небольшое сувенир. Спасибо. А сейчас заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм награждаются почетной грамотой губернатора Ивановской области Адельшин Сафа Семенович. Просто аплодисменты Сафа Семеновичу. Александров Игорь Николаевич. Андреева Наталья Вадимовна. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе, объявляется благодарность губернатора Ивановской области Вахниной Галине Александровне. За Болотько Валерию Борисовичу. Паутину Константину Семеновичу. Романову Игорю Анатольевичу. Яковлевой Валентине Михайловне. Спасибо, спасибо, уважаемые. А коллектив нашего предприятия приветствует и поздравляет Ивановская областная дума. Помощник заместителя председателя Ивановской областной думы Волкова Игоря Евгеньевича, депутат Ивановской городской думы Томс Сергей Рудольфович. Уважаемый Вадим Станиславович, уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники предприятия, гости, дорогие друзья. Так получилось, что сегодня я здесь выступаю как от лица областной думы, так и от лица городской думы, и это для меня очень почетно. Я вас всех поздравляю с вашей юбилейной датой, с юбилейной датой предприятия, именно 75-летия. Юбилей – это не просто очередная дата, очередной этап. Это и повод подвести определенные итоги. Это повод для того, чтобы наметить определенные планы и поставить задачи. Сегодня 308-й авиационный ремонтный завод является, по сути, одним из наиболее динамично развивающихся промышленных центров Ивановской области. История у предприятия большая, и слияние двух ремонтных заводов в 1996 году, по сути, создали уникальное предприятие, которое предоставляет широчайший спектр услуг своим потребителям в области ремонта авиационной техники. За историю предприятия теми сотрудниками, кто работал раньше, отремонтировано более 5500 самолетов, свыше 6000
средств связи и средств поддержки авиационных полетов. Это, конечно же, огромная цифра. И ваше предприятие, вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие как нашего города, так и нашей области. И вашу продукцию знают не только в нашей стране, но и во многих уголках нашего земного шара. И тому подтверждение те заслуги, те награды, которые имеются у вас, как на наших выставках и салонах, так и на международных авиакосмических салонах. Дорогие друзья, мне хотелось бы немножко вот сегодня в такую юбилейную дату сказать личного. Дело в том, что за свою жизнь мне пришлось сталкиваться со многими сотрудниками вашего предприятия. Я знал и знаю руководителей вашего предприятия, многих коллег. Поверьте, у 308 РЗ есть душа. А его душа – это люди, которые здесь работают, это ветераны, это профессионалы своего дела, это достойные люди. И мне хочется всем вам в сегодняшний праздничный день пожелать, ну, как от врача, в первую очередь, крепкого здоровья всем вам, вашим семьям. Я хочу пожелать, чтобы у вас и далее продолжались те добрые традиции, которые существуют в вашем предприятии, в том числе и производственные традиции. Я хочу пожелать, чтобы все планы, которые вы наметили и поставили перед собой цели, чтобы они были выполнены. Уверенности, конечно, в завтрашнем дне и всем нам мирного неба над головой. С праздником вас! И разрешите вручить Вадиму Станиславовичу приветственный адрес от председателя Ивановской областной думы Смирнова Виктора Владимировича. Здесь самые добрые слова в вашем предприятии. Пожалуйста, вручите в свою очередь подарок нашему дорогому гостю. Аплодисменты, аплодисменты, пожалуйста. Сергей Рудольфович, пожалуйста, сюда, к наградному столу. Постановлением областной думы за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия почетной грамотой Ивановской областной думы награждаются Игнатенко Ирина Вячеславовна. Гажур Алексей Белёрович, традиционный научный завод с 1993 по 2014 год. Алексей Белёрович, пожалуйста, еще раз поклоните этому коллективу, я вас прошу. Спасибо. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия объявляется благодарность Ивановской областной думы Абрамову Владимиру Сергеевичу. Беловой Елене Александровне. Грошевой Татьяне Николаевне. Мындре Михаилу Валентиновичу. Некрасову Сергею Александровичу. Пановой Галине Владимировне. Субботину Анатолию Игоревичу. Гусеву Ивану Витальевичу. Почетной грамотой главы города Иваново награждаются Золотарев Михаил Васильевич. Кузнецова Елена Валерьевна. Доможилова Ирина Юрьевна.
И вновь Ивановской городской думы вручается Белову Виктору Николаевичу. Бутиковой Татьяне Васильевне. Винкову Владимиру Каминовичу. Евпловой Ирине Борисовне. Шитову Петру Ивановичу. Благодарность Ивановской городской думы объявляется Абабкову Виктору Николаевичу, Бекетову Виктору Алексеевичу, Вакуленко Анатолию Николаевичу. Спасибо. Урсину Борису Валентиновичу. Спасибо, Сергей Евдольфович, пожалуйста. На протяжении 75 лет 308-й авиационно-ремонтный завод выполняет задачи по развитию и укреплению военно-воздушных сил России. Сегодня на юбилейном мероприятии мы рады видеть уважаемых и почетных гостей, руководителей и командиров. Слово предоставляется заместителю командующего военно-воздушными силами Российской Федерации, начальнику инженерно-авиационной службы ВВС, полковнику Поднарюку Владимиру Ильичу. Уважаемый Вадим Станиславович, дорогие друзья, коллеги, в этот торжественный день 75-летия образования 308-го авиационного завода разрешите от имени и по поручению зачитать поздравительный адрес от имени главнокомандующего военно-воздушными силами. От имени Военного Совета, Главного Командования Военно-Воздушных Сил и от себя лично поздравляю ваш славный коллектив со знаменательной датой 75-летием со дня образования ООО 308-й авиационный ремонтный завод. Высокопрофессиональные специалисты вашего коллектива вносят большой личный вклад в развитие и совершенствование авиации России. В современных сложных социально-экономических условиях коллектив успешно выполняет задачи сохранения и укрепления обороноспособности страны. Уверен, что трудовой коллектив и в дальнейшем, продолжая славные традиции старших поколений, будет эффективно выполнять поставленные перед предприятием задачи, поддерживать стремление к достижению высоких результатов в труде. Руководству предприятия, всему коллективу выражаю самые добрые и искренние чувства по случаю юбилея. Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности. С уважением, главнокомандующий военно-воздушными силами, генерал-полковник Бондарев. Пожалуйста, мы приглашаем вас к наградному столику, к нашему. Подарки будут потом, да? Медалью Министерства обороны Российской Федерации 100 лет военно-воздушным силам награждаются Анисимов Евгений Борисович, Балыкова Елена Александровна, Владимир Иванович, Дударев Александр Анатольевич, Иванушкин Александр Юрьевич,
Кабанов Сергей Эдуардович. Комиссаров Иван Константинович. Кормилицын Дмитрий Владимирович. Култышева Елена Борисовна. Лапшин Александр Борисович. Липин Иван Александрович. Малахов Иван Федорович. Мельников Василий Леонидович. Монахова Тамара Николаевна. Владимир Ильич. Павленко Алексей Викторович. Пащенко Николай Михайлович. Репринцев Анатолий Тимофеевич. Родионов Максим Владимирович. Самышкин Андрей Юрьевич. Симонова Лариса Александровна. Сиялов Вячеслав Павлович. Смирнова Людмила Дмитриевна. Ботина Ольга Анатольевна. Федоров Юрий Александрович. Каевский Виталий Анатольевич. Юдина Ольга Петровна. Мы продолжаем принимать поздравления. И я сейчас с удовольствием, большим удовольствием приглашаю на эту сцену Александра Станиславовича Кузьмичева, заместителя председателя правительства Ивановской области, и Наталью Юрьевну Махарандину, начальника управления экономикой города Иваново. Уважаемый Вадим Станиславович, уважаемые ветераны завода, сотрудники предприятия, знаете, Россия является великой страной по той причине, что у нее есть прекрасная военно-воздушная сила, гражданская авиация, и в сегодняшнем мире можно говорить только о том, что великой страной считается та, у которой есть возможность ремонтировать, совершенствовать нашу авиацию. И, конечно же, то, что страна у нас великая, большая заслуга как раз сотрудников, ветеранов нашего 308-го завода. Потому что в сложных условиях предприятие является одним из лидеров нашего развития города Иваново, нашей экономики, области. И, конечно же, мне хотелось бы сказать слова особой благодарности ветеранам предприятия, потому что они смогли в очень сложных условиях 90-х годов сохранить трудовой коллектив. И действительно, несмотря на все перипетии, предприятие смогло не просто выжить, а, в общем-то, динамично и успешно развиваться. Мне бы хотелось сказать слова особой благодарности директору предприятия
в те непростые годы Алексею Львовичу Гажеру, потому что действительно от руководителя очень многое зависит. И Алексей Львович, как депутат городской думы, всегда помогает и людям, которые здесь живут в городе Иваново, и коллектив действительно сумел сохранить вот, действительно в очень сложных экономических условиях. Поэтому низкий вам поклон, уважаемые ветераны, и за то, что вы сделали очень много для того, чтобы предприятие нормально работало на укрепление нашей обороноспособности и развитие экономического потенциала страны. Сегодняшние времена особо показывают о том, что без вот таких предприятий, на которых ремонтируются наши боевые машины и гражданские суда воздушные, конечно, невозможно развиваться. Поэтому огромная вам слова благодарности. Мне бы хотелось сказать еще руководству предприятия слова благодарности за то, что все социальные проекты, которые в городе у нас организованы, они поддерживаются, коллектив сплоченный, трудовой. И вы знаете, вот на вашем предприятии могут работать только настоящие профессионалы. Потому что авиация, ремонт авиационной техники – это огромнейшая ответственность. Ответственность за жизни людей, за то, как будет работать эта боевая или гражданская машина в воздухе. И здесь, конечно же, высочайший профессионализм, высочайшая ответственность. И действительно, мы просто в городе, вот Иваново, гордимся, то, что такой дружный, слаженный, ответственный коллектив работает на территории нашего областного центра. Поэтому мне искренне хочется пожелать всем присутствующим здесь, всем ветеранам нашего предприятия, всем, кто работает, счастья, благополучия, здоровья. И чтобы мы отметили и столетие предприятия, и 150-летие, потому что на таких предприятиях, на таких людях, которые здесь работают, держится наша российская государственность, наше российское общество. Поэтому низкий вам поклон, с праздником и всего самого-самого доброго. Спасибо вам большое. Мне бы хотелось вручить директору предприятия Борису Славовичу вам приветственный адрес и, знак нашего города Иваново, потому что как бы фундамент безопасности и развития нашего города, он находится на вашем предприятии. Поэтому сердечно вас поздравляю. Ну, а вот этот флаг вашего предприятия, он обязательно будет находиться военно-воздушных сил как раз страны, он будет находиться в нашей городской администрации, в правительстве региона, потому что безопасность страны прежде всего обеспечивает военно-воздушные силы, а вы как составная часть этой системы безопасности держите нашу оборону, особенно в наше непростое время. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Борис Станиславович, уважаемые ветераны, сотрудники предприятия этого. Мне, как начальник управления экономики, хотелось бы подчеркнуть, что ваше предприятие является одним из главных предприятий промышленности, находящихся на территории нашего города. На нем работают более 1000 человек. И что самое важное, что могу ответить, что на вашем предприятии средняя заработная плата выше, чем в среднем по городу. И в столь непростые экономические времена, в которых мы сейчас с вами живем, я желаю вашему руководству и коллективу сохранить все это, продолжать развиваться дальше. И успехов вам в работе. Ваши аплодисменты нашим дорогим гостям. Пожалуйста, мы приглашаем вас сюда, к наградному столику. Почетные грамоты администрации города Иваново награждаются. Буланова Светлана Юрьевна. Разумов Павел Николаевич. Урбинаев Александр Асанович. Благодарностью администрации города Иваново награждаются Борисков Вячеслав Михайлович, Данканич Владимир Юрьевич. Алексей Николаевич, Косульников Алексей Николаевич.
Левчук Александр Михайлович. Назаров Андрей Николаевич. Благодарим вас. Ну, наверное, мы сегодня на этом празднике не обойдемся без нескольких концертных номеров, поэтому я хочу сейчас вам представить юное дарование. Матвей Чехаршев – это участник замечательной нашей студии цирковой «Орликина», которую руководит Наталья Владимировна Привалова. Встречайте, Максим Чехаршев!
Аргентина. Матвей Чехов. Такой замечательный концертный номер. Я думаю, что вы этого мальчика запомните. Тем более, номер у него как раз был сопряжен именно с риском, которым подвержены бывают в ВВС очень многие летчики. Так что он у нас экстремал. Мы продолжаем принимать поздравления. Я с удовольствием приглашаю на сцену заместителя главного инженера военно-транспортной авиации военно-воздушных сил России, полковника Козлова Михаила Владимировича. Уважаемый Вадим Станиславович, Алексей Миллионович, уважаемый трудовой коллектив 308-го авиационного ремонтного завода. Я от имени командующего военно-транспортной авиации, главного инженера военно-транспортной авиации, поздравляю вас всех с этой юбилейной датой. 75 лет, бриллиантовая такая дата, красивая, интересная. Вообще празднуется, да, 25, 50, 75, 100. В общем, я был на многих ваших и дальше до 100, и до бесконечности, да, дай Бог вашему коллективу. Вот, и я был на многих ваших юбилеях, потому что являлся военнослужащим военно-транспортной авиации, и у нас один аэродром базирования. Мы вместе служили когда-то в советские времена. Завод был заводом военно-транспортной авиации. Ну и как только я ушел в военно-транспортную авиацию заместителем главного инженера по войсковому и капитальному ремонту, сразу отдали в ВВС. Мне не удалось покомандовать напрямую 308-м заводом. Вот. Но всегда тесные дружеские отношения были между нашими руководителями, между нами, тем, кто ремонтирует, тем, кто обслуживает наши самолеты. Ну и я знаю, что еще после меня очень много выступающих. Значит, не буду зачитывать приветственный адрес от командующего, главного инженера. Просто хочу вам сказать большое спасибо от летчиков военно-транспортной авиации, от техников, от инженеров, потому что ваш самолет, вот самый большой самолет, тот, который вы ремонтируете, он много приносит пользы для нашей страны. Поэтому от летчиков, от инженеров вам большое-большое спасибо. Я прошу сейчас, да, зачитать приказ командующего военно-транспортной авиацией. Я прочту только выдержки, можно, да? Приказ командира войсковой части 25-969, номер 33, 23 января 2015 года, город Москва. О поощрении трудового коллектива 308-го авиационного ремонтного завода в честь дня образования предприятия. За многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели по ремонту авиационной техники и в честь дня образования предприятия приказываю наградить грамотами работников ОАО 308-й АРЗ. Федяева Вадима Станиславовича. Александрова Игоря Николаевича. Томских Владимира Петровича. Абрамова Владимира Сергеевича. Снегирева Михаила Геннадьевича. Пронского Сергея Васильевича. Шпагина Владимира Ивановича. Байнову Елену Николаевну. Продубского Алексея Феликсовича. Спасибо.
Бубнову Галину Владимировну. Воробьеву Елену Ивановну. Потапова Виктора Александровича. Сидоренко Сергея Владимировича. Владиславовича, спасибо. Суворова Николая Александровича. Гажур Алексея Вильоровича. На память подарок. А сейчас на сцену приглашается подполковник Колегов Артем Валерьевич, начальник отдела Федеральной службы безопасности России. Уважаемый Вадим Станиславович, уважаемый коллектив завода и ветераны, поздравляю вас с 75-летним юбилеем вашего предприятия. Вы очень много делаете для поддержания боеготовности авиации и ВВС страны, в том числе и Федеральной службы безопасности. Так случилось, что у нас используются те же самые авиационные типы самолетов, которые ремонтируете вы. И благодаря вашим стараниям авиация ФСБ продолжает поддерживаться на высоком уровне. Ну и желаю вам экономического благополучия и успехов, и выжить в эти нелегкие времена. Благодарственным письмом начальнику управления авиации ФСБ России награждаются Брагина Мария Викторовна, Горбунов Иван Игоревич, Гусаров Вячеслав Михайлович, Геннадий Михайлович, Егоров Александр Сергеевич, Кудреватых Сергей Дмитриевич, Пяточкова Татьяна Вячеславовна, Цыганов Максим Сергеевич, Артем Валерьевич, огромное спасибо вам. Дорогие друзья, должен сказать, что в адрес нашего предприятия поступило немало поздравительных телеграмм, поступили адреса, поступили приветственные письма. Нас поздравили с юбилеем директор Егорьевского авиационного технического колледжа имени Чкалова, управляющий директор ОАО 123 РЗ Сахаров, директор Ивановского филиала Воентелеком Силантьев, директор ООО «Позитрон» Лысенко, Центр боевого применения и переучивания летного состава города Иваново, также генеральный директор АО «Авиафэт-сервис» Решетняк и другие. Приветственный адрес прислал начальник войск связи ВВС генерал-майор Коробков. Мы поздравляем вместе с ними всех работников. Сегодня, естественно, в этих рядах, в нашем зале, мы с особым вниманием обращаемся к заслуженным ветеранам завода, тем, кто внес самый большой вклад в его становление и развитие. И поэтому, пользуясь случаем, мы хотим сегодня вручить этим
уважаемым людям ценные подарки. Пожалуйста, приветствуйте аплодисментами Перец Николай Васильевич, руководитель завода с 1972 года по 1982 год. Подарки в студию. Ищенков Владимир Сергеевич, руководитель завода с 1977 года по 1990 год. Коротков Анатолий Михайлович, руководитель завода с 1991 года по 1996 год. Гажур Алексей Леонович, генеральный директор завода с 1993 года по 2014 год. Лукац Николай Павлович, главный инженер с 1988 года по 1991 год. Липер Валерий Эдуардович, заместитель генерального директора. Тунаев Виктор Владимирович, председатель профсоюзного комитета. Шефорос Алексей Александрович, председатель профсоюзного комитета. Клопов Борис Иванович, начальник цеха. Майоров Егор Егорович, начальник цеха. Зайцев Николай Владимирович, начальник снабжения. Самые бурные аплодисменты этим замечательным людям. Спасибо, спасибо, спасибо. Образцовый хореографический ансамбль «Сказка». Руководитель Синяева Светлана Анатольевна и Тихомирова Татьяна Владимировна. А номер называется «Деревенский шик». Слава!
сказка. Вот такое приветствие, танцевальное приветствие заводу-ветерану от подрастающего поколения. Я не случайно сказал, что завод-ветеран все-таки 75 лет, это солидный возраст. И очень приятно, что вот в такие праздники мы чествуем ветеранов заводов, тех, которые трудятся на заводе очень длительное время. Сегодня надо сказать, что на заводе трудится 202 ветерана. И по сложившейся традиции в день рождения завода мы поздравляем их с присвоением почетного и заслуженного звания ветеран труда завода. Я называю этих уважаемых людей. Бурдову Светлану Геннадьевну, Кулу Владимира Александровича. Поднимайте, пожалуйста, в зале. Гришаева Евгения Константиновича. Аплодисменты. Климову Ларису Васильевну. Лебедева Алексея Борисовича. Погодина Владимира Александровича. Рябчикову Ирину Александровну. Семенова Андрея Викторовича. Холину Наталью Борисовну. Череву Елену Ивановну. Крапову Нину Павловну. Ветеранов завода. Ветеранов труда завода. Ваши бурные аплодисменты. А сейчас я хочу пригласить на сцену председателя первичной профсоюзной организации 308 РЗ Воробьеву Елену Ивановну. Я обращаюсь к вам так, вы по мне, наверное, видите, на каком мы выросли на товарищах, поэтому я к вам и так обращаюсь. От имени профсоюзной организации нашего завода и ЦК профсоюза работников ВВС Российской Федерации я приветствую вас, а также наших гостей, которые уделили нам знаки внимания и уважения и принимают участие в нашем празднике. И поздравляю вас всех с нашим юбилеем. И хочу выразить особую благодарность нашим ветеранам, которые проработали на нашем заводе более 30, 40 и даже 50 лет. И прожили вместе с заводом удачи и победы, и самые трудные периоды жизни. И всегда были верны не только родному заводу, но и нашему родному профсоюзу. Спасибо вам огромное. Я желаю вам всем здоровья, дальнейших успехов, благополучия и всего-всего доброго. Спасибо. За преданность родному заводу и профсоюзной организации, а также за более чем 40-летнюю безупречную работу на предприятии, почетные грамоты ЦК профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России награждены Бояркова Любовь Петровна, Егоров Владимир Андреевич, Золотарева Валентина Анатольевна, Малахов Валерий Васильевич, Смирнов Александр Николаевич, Каликов Самигула Гарифулович, ваши аплодисменты профсоюзным активистам. Должен сказать, что профсоюзная организация празднует юбилей завода не один день, вот я узнал по секрету, а два дня. На торжественное мероприятие в связи со служебной необходимостью не смогли прибыть начальник войск связи военно-воздушных сил. А почетные грамоты от его имени будут вручены в трудовых коллективах. А я с удовольствием приглашаю на сцену управляющего директора завода Вадима Станиславовича Федяева. Уважаемые друзья, коллеги, сотрудники предприятия, гости, ветераны,
75 лет заводу, ну, это не просто дата, это вы сами знаете и на себя почувствовали, сами понимаете, это 75 лет кропотливого труда, и военные годы, и послевоенные годы, и на протяжении всего времени, которым развивался завод, все 75 лет, это не просто работа, а работа, ну, можно так сказать, иногда и в экстремальных условиях, поэтому... Что я хочу сказать? Прежде всего, конечно, хочется поблагодарить тех ветеранов, командиров завода, которые на протяжении всего периода руководили коллективами, определяли путь, по которому заводу идти. Те, кто присутствует сегодня, те, кто не смог присутствовать сегодня. Конечно, большая благодарность нашим гостям, которые... нашли возможность, время и желание посетить наш завод в день 75-летия завода, поздравить трудовой коллектив, членов трудового коллектива с 75-летием завода. Ну и от себя, конечно, еще раз хочу поздравить весь трудовой коллектив с 75-летием 308-го авиационного завода. С праздником вас! Подарки мы отдали еще вчера. И вы о них забыли, кстати, сразу. Ну, это особенность ваша. Уважаемые товарищи, мы тогда, разрешите, мне поручено руководством Объединенной авиационной корпорации Департамента сервисного обслуживания, с которым вы тесно контактируете. Поближе микрофончик, пожалуйста. Поздравить от всей души со столь знаменательной датой. Великолепную работу вы делаете. Ваши самолеты после ремонта отличаются надежностью. Дай Бог, чтобы они летали, количество взлетов равнялось количеству посадок. Дай Бог, чтобы летчики также верили в надежность техники, которую вы ремонтируете. Чтобы вы имели достойную зарплату, нормальные условия. Счастья вашему заводу! ЛЗ, город Таганрог. Дорогие коллеги, от всего коллектива, от себя лично, примите самые сердечные поздравления с вашим, ну, три четверти вековым юбилеем. Мы делаем с вами одну технику, долго сотрудничаем, и мне тем более очень приятно вас поздравить с этим праздником. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, творческих успехов и чтобы мы еще долгие-долгие годы продлевали жизнь самолетом Ан. Всего вам доброго. От коллектива 121-го ремонтного завода Кубинка от себя лично от души поздравляю. Поздравляю ваш прекрасный коллектив с этой знаменательной даты. В первую очередь хочу поздравить ветеранов вашего предприятия, которые заложили основу этому предприятию. Руководители предприятия, которые вели все эти годы предприятия к цели. И, безусловно, молодежь. Здесь, к сожалению, не очень вижу, ну, наверное, зал небольшой, но молодежи на предприятии много. И дай Бог, чтобы они продолжили то, что вы начали, ветераны, и долго-долго продолжали эту прекрасную, славную работу, достойную настоящих, сильных, профессиональных людей. С праздником, здоровья, благополучия, всего самого-самого доброго, 75-летним юбилеем. Ура! Чуть не забыл, уважаемый товарищ. Дмитрий Александрович Морозов. Руководитель, он сейчас является вице-президентом ОАК и руководителем департамента сервисного обслуживания, также просил передать самые теплые поздравления. Удачи, с директором он общался, поэтому разрешите еще от него лично передать вам слова благодарности за вашу работу и поздравления. Теперь пришло мое время, потому что я сюда уехал, иначе бы никто не вышел бы, да? Я передаю вам привет
от личного состава 360 авиационно-ремонтного завода, город Рязань. Мы знаем, что вы любимцы ВТА, потому что здесь много подарков вам дали, но мы любимцы дальней авиации, чтобы вы знали. Но мы с вами дружим. Дружим с вашим директором, с новым директором будем дружить, дружим с вашим коллективом. Мы много вам помогаем, мы прекрасно знаем ваши самолеты «Антарея», которые вот недавно вы после градовых повреждений ремонтировали у нас в цехе, и с удовольствием их видели. И когда мы увидели, что по самолету Ту-95 умещается 10 самолетов, я понял, что наша авиация живет и процветает. Уважаемые друзья, вот я уже несколько раз бываю у вас на юбилеях. Вы, может быть, помните, да? Рязанского директора. Значит, Алексей Велиорович отработал директором 22 года, да? И вот 22 года мы дружим с ним. А я работаю уже директором 26 год. На Рязанском заводе. Мы знаем, что такое работа в ремонтных органах, как это делается, и как трудно сохранить коллектив, как трудно обеспечить ему работу и как трудно дать ему достойные деньги. И вот ваши директора, которые были здесь, вот сейчас поднимаются, уважаемые люди, значит, они делали это. И ваш завод дожил до 75 лет. И дай Бог вам еще живите долго, долго и радостно, и счастливо. Значит, мы всегда помним, что наши заводы были организованы в тяжелые предвоенные годы, 40-е годы. Ваш завод немножко раньше, мы будем праздновать такую же дату, вот в апреле месяце, там было очень тяжело и трудно. И каждый раз, когда я нахожусь здесь у вас, я всегда говорю, ну, наверное, придет время скоро, ребята, будет нам хорошо. И заканчиваю свое выступление одной фразой. Думаю, в этот раз, наверное, ее не скажу, но придется. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Спасибо, спасибо, ваши дорогие. И я думаю, что мы завершим сегодня вот это наше торжественное заседание, наше собрание песней, которая стала своеобразным гимном завода. Когда-то мы написали ее, вот я являюсь автором этого гимна, мы написали замечательным музыкантом Алексеем Булгаковым. И я знаю о том, что эту песню любят, ее поют, и она принята в коллективе. Я думаю, самое время нам ее сейчас исполнить вместе с Алексеем Булгаковым. Здесь будет текст на экране. Я думаю, что все мы подпоем. А ребят, которые находятся за сценой, пожалуйста, у нас там еще есть цветы. Тех, кому еще не вручили цветы, пожалуйста, можете вручать. Итак, песня «Родной завод». Обретали крылья, чтобы достичь заоблачных вершин. Звеном составе первой эскадрильи, с пятеркой легких боевых машин. Хоть жизнь носила коррективы планы, и было трудно выживать порой. 30-х Эмри, а сегодня Ады. Мы из ремонта возвращались в строй. Все наперечет знают необычный номерной завод, но такой близкий, он и твой, и мой, авиаремонтный 308. Да такой близкий, он и твой, и мой, авиаремонтный 308. Пусть это писцы ратуют за точность, но то мне наша горькая вина, что и судами первая прочность на вскоре утро пробила война. Чтоб задавить сорвавшегося града, работали на совесть, не расслабляясь.
учения продам. Городе по речкам все наречет, знали необычный номерной завод. Дорогой и близкий, он и мой, дорогие.